Переговоры президентов Беларуси и Азербайджана состоятся в Минске 19 ноября. Повестку предстоящей встречи рассказали в пресс-службе белорусского лидера. Александр Лукашенко и Ильхам Алиев подробно обсудят состояние и перспективы развития отношений между странами, обменяются мнениями по актуальной международной проблематике. Основную часть переговоров посвятят торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству, реализации совместных проектов. Президенты также рассмотрят возможности по взаимодействию в транспортно-логистической сфере, здравоохранении, образовании, информационно-коммуникационных технологиях, спорте, туризме и других областях.